Сейчас эфир нашего канала продолжит брифинг оперативного штаба по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке и принимаемых мерах в регионе на 15 часов дня 24 мая. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова сегодня ситуация в республике с эпидемией коронавируса? Добрый день, уважаемые жители республики Саха-Якутия. На сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается крайне напряженной. Необходимо обратить внимание, что за сутки зарегистрировано 99 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 93 из них приходится на город Якутск. Необходимо обратить внимание, что случаи у нас зарегистрированы в одном из новых для нас районов, в котором уже работа проводится. Это один случай в Чурапчинском улусе. На настоящий момент проводится вся работа для того, чтобы непосредственно, значит, определить уже определен круг контактов и для того, чтобы начинать работу. Два новых случая у нас зафиксированы за прошлые сутки в Мигино-Кангаласском районе. Оперативным штабом вместе республики, вместе с оперативным штабом района проведена вся организационная работа для того, чтобы локализовать, определить круг контактных и, соответственно, оберечь жителей нашей республики, в том числе Мигино-Кангаласских, от распространения инфекции. Для Ленского района характерен практически тот же очаг непосредственно заболеваний, с которым уже ленчане работают. Это, соответственно, заболевшие, зафиксированные от наших недропользователей. В общем-то, это уже, по сути дела, плановая работа как таковая. Отдельно я хочу сказать по намцам. У нас на настоящий момент, как вы знаете, в Салбанцах объявлен карантин. Соответственно, туда регулярно направляется не только медицинская помощь, но и направляется продовольствие. Салбанцы на настоящий момент, в общем-то, сдано у нас достаточно большое количество анализов, потому что определен большой круг контактов, небольшой населенный пункт. Казалось бы, жил по своим правилам, никто не должен был туда приезжать. Но один непосредственно всего лишь заболевший дает сегодня под угрозу и остановил практически жизнь целого населенного пункта. Что касается города Якутска, я обращаюсь к жителям города Якутска. Да, мы 2 месяца держались на достаточно небольшой цифре. Прежде всего, почему? Потому что мы не меняли своего круга контактов. Но начало мая, которое для нас является традиционным времени встреч с друзьями, с коллегами по работе, с семьями, привело к тому, что сегодня, поменяв этот круг контактов, мы получаем сегодня вот эти вот небольшие, но тем не менее, значит, группы нового заболевания. Из этих 93 нужно обратить внимание на то, что это в основном семейный контакт, это контакты по работе. У нас нет зафиксированного сегодня в Якутске какой-то новой вспышки, нет нового очага. Но есть непосредственно ситуации, когда именно один круг, который был эти 2 месяца, в этот круг попадает человек, который может знать, а может и не знать, что он болеет коронавирусом. И в результате этого вот такое утроение результатов практически, вот, по сути дела, за 2 недели. Что необходимо сегодня нам? Нам сегодня нужно очень четко всем понять, что впереди лето, и поэтому очень важно все-таки не дать распространяться вирусу. Очень важно следить за собой, за своими близкими, оставаться дома, соблюдать санитарный режим. Органы государственной власти республики вместе с органами местного самоуправления сделали все для того, чтобы был безопасный водоканал, для того, чтобы было безопасное ГУП ЖКХ, для того, чтобы непосредственно было безопасны все органы, с которыми вы работаете, которые обеспечивают жизнедеятельность. На настоящий момент наша главная задача – просто сидеть дома. Это был брифинг оперативного штаба Якутии с информацией о коронавирусе на 15 часов дня 24 мая. Оставайтесь с нами.